Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Сегодня у вас есть последний шанс поучаствовать в розыгрыше трех отличных призов. Первый приз — это масло Танека, премиум Ультра Экосинт, 5W30, 4-литровая канистра. Думаю, что многих это масло заинтересует. Второй продукт супер классный, это Shell 5W30 5B5, универсальный. Из моих старых запасов до всего этого еще Торжковский, представляете? Голограммы и так далее. Я держу там пару банок для того, чтобы, ну, в конкурсах там участвовать и так далее, разных разыгрывать призы, вернее. Вот продукт, ну, реально шикарный на самом деле. И третий продукт — это жидкость для очистки инжекторов от подразделения спортивного Toyota Gazoo Racing. Она стоит какое-то мистическое количество денег. Я даже не буду называть сумму, за которую она у нас продается на маркетплейсах, чтобы, ну, если вы вдруг завтракаете, чтобы не поперхнулись. Короче говоря, вот такой вот продукт тоже разыграем. Это вот третий приз будет. Смысл конкурса – миграция моих подписчиков, моих зрителей с Ютуба на Яндекс.Дзен. Не миграция, вернее, а дублирование и подписку на второй канал на Яндекс.Дзене. На Яндекс.Дзене дублируется информация. Нафига подписываться? Зачем все это делается? Для того, чтобы у вас был резервный канал доступа к информации, которую я делаю, к моему контенту. Потому что все пессимистические прогнозы, которые были по присутствию медиаплатформ иностранных у нас в России, они, к счастью, не сбылись, но некоторые, конечно, ограничения сейчас действуют. Постраховаться надо, надо подписаться, потому что мне будет обидно, если люди потеряют доступ к моему контенту, те, которые были подписаны на Ютубе, да, если все это, ну, грубо говоря, там, возможно, нужно будет делать через костыли, VPN и так далее. И для этого именно это делается, чтобы люди подписались на меня на Дзене и имели доступ к информации. Монетизация здесь вообще ни при чем абсолютно. Я из Ютуба это нифига не зарабатывал. Ну, напрямую с монетизацией конкретно. С Дзена тем более, там какие-то копейки идут. Но тем не менее, да, кстати, на Дзене монетизация есть для авторов, тоже очень немаловажный фактор. Для меня это не суть важно, но, по сути дела, там монетизируются видосики. Вот. Как-то так. Платформы, ну, Яндекс, понятно, ВК, Яндекс — это платформы не совсем там российские до конца, но тем не менее эти платформы, которые в любом случае останутся у нас в суверенном нашем вот пространстве здесь. Поэтому это очень важный момент, и все должны понимать, адекватные люди, которые рассуждают здраво, должны понимать, что в случае всяких форс-мажоров эти платформы останутся. Других альтернатив платформам я не вижу. Рутуб — это мертворожденное какое-то чудовище, которое, ну просто трешовое. Там вообще невозможно работать автором абсолютно. Они просто, грубо говоря, деньги потратили впустую. Это просто трэш реально. То есть там, я вот буквально, наверное, месяц назад писал поддержку насчет комментариев, модерации и так далее. Мне отписались, типа, попробуйте перезагрузить компьютер, там что-то в этом духе. Ну, то есть, как бы, все, короче, Рутуб — это... Вот «Одноклассники» я не беру в расчет, это другая маленькая тема. Вот сейчас остается только вот две платформы, которые реально работают. Это ВК и это Яндекс.Дзен. Все. Больше нету вариантов. Поэтому нужно регистрироваться, нужно подписываться. Многим не нравится Яндекс.Дзен, но Яндекс.Дзен работает над ошибками. Реально, я даже писал им в комментариях, там некоторые вещи поправкам, в частности, по модерации и так далее, они прислушались к ним. Реально, на самом деле. Вот, поэтому Яндекс.Дзен хотя бы что-то делает для того, чтобы развивать платформу, для того, чтобы поддерживать авторов и так далее. Это единственная платформа, которая, ну, на еще, может быть, ВК, которая хоть что-то для этого делает. И они в этом плане молодцы. Поэтому вот, миграция с Ютуба на Яндекс.Дзен, она необходимая. И люди, те, которые смотрят мои ролики постоянно, я буду выпускать много контента, думаю, что им нужно это сделать. Именно для этого это происходит. Инструкцию я размещать в этом ролике в описании не буду. Почему? Потому что люди будут писать к нему комментарии. Это усугубит ситуацию. А смысл был в написании комментариев. Я просто размещу ссылку на видео с полноценными инструкциями. Вы по этой ссылке переходите и участвуйте. Там все подробно и пошагово объяснено. Участвовать можно до сегодняшнего вечера, потому что сегодня вечером мы все эти данные скомпилируем, все это рассортируем, а завтра уже будет розыгрыш. То есть сегодня по Москве до 23:59 по московскому времени, пожалуйста, участвуйте, дополняйте свои комментарии, а завтра мы проведем уже такой розыгрыш и разыграем все эти три приза. Вот, как-то так, участвуйте, мы всегда дарим призы, у нас уже
подарилось в прошлом году, блин, ну дофига уже чего подарили. Вот недавно у нас уехала канистра антифриза, на днях буквально была видосик. И будем еще разыгрывать. В дальнейшем я буду повторять такие процедуры для того, чтобы люди мигрировали с Ютуба на Дзен. Поэтому не отписывайтесь. Желательно, если вы отписываетесь, то, соответственно, вы не участвуете в дальнейших конкурсах, которые у нас больше будут в половине случаев направлены именно на это, на миграцию. Поэтому как-то так. Вот, с вами Антон Воронков, вы на канале MyGT.ru. Подпишитесь, поставьте лайки, жмите колокольчики, подпишитесь на меня, на Дзен, потому что это выгодно в данном случае сейчас. Всем пока.